Всем привет! Сегодня вышел с отпуска, вышел на смену на Wildberries. Отработал я 4 часа и заработал 1800 рублей. Уже аналитику, в принципе, заработал вчера на Wildberries, и когда я вышел за 4 часа 1800 рублей, работал я на сборке. Так, вот, собственно, сколько вот я вчера заработал, ну, там, плюс-минус с копейками. Работал я на сборке. Что могу сказать? Ну, в принципе, были небольшие проблемы там, потому что ребята решили почему-то именно в этот день начать перестанавливать столы для того, чтобы их затащить за турникет при обыске. Два раза сходил на перекур и попил кофе. Можно, конечно, зарабатывать больше. Но для первого дня, для того, чтобы расходиться, приходится много, потому что ходишь по мезонину. Мезонин — это отдельная история, в принципе, если кто знает, если кто не знает, то мезонин — это огромные стеллажи, полки, где там целые этажи, там целый мегаполис получается. Заказы потихонечку восстанавливаются, с января месяца было очень все плохо по заказам, после Нового года обычное явление. Ну, я думаю, за 4 часа 1800 это вообще неплохо, в принципе, грубо говоря, за 3,5, может даже 3 часа. Показывать вам, что именно будет происходить там, из чего вообще заказы составляются. Заказы составляются, соответственно, от людей. А сборочный лист с обычным 150, это, в принципе, все ваши заказы, которые заказываете люди. Вот, мы их собираем. Кстати, за разбитый товар мы не отвечаем, потому что мы его собираем аккуратно, ложим и все. Остальное дальше уже идет по несколько инстанций, которые, в принципе, там уже происходит целая вакханалия. Поэтому на сборщиков, в случае чего, не газуйте. Вот. В принципе, что могу сказать? Если тебе понравилась моя аналитика, как бы хочешь более детально узнать, если тебе ты заинтересован вообще, в принципе, на работе у Wildberries, именно на складе, может быть, на ПВЗ я вам ничего не скажу по этому поводу, но если именно на складе, я могу, я там уже на всех отделах фактически поработал, могу рассказать. Ставь лайк, подписывайся, я буду освещать более детально тяну. Выйти на лайте, на чили, пойти походить, поработать, пойти походить, как бы, особо не напрягаясь, сделать всего там две волны, по-моему. Я рассказал о вчерашнем дне рабочем, где отработал и сколько заработал, какие были проблемы и нюансы. Всем спасибо, ставь лайк, подписка, с тебя. Пока.